70-е годы соперничество Фиата и Форда держало в напряжении всех поклонников ралли. В мощности эта машина проигрывает конкурентам, но за счет хорошей управляемости и высоких оборотов двигателя может соперничать с ними на равных. Это достаточно быстрая параллельная гонка. На внутренней дорожке есть опасная шпилька. Ее крутизна намного больше, чем снаружи. Будьте осторожны при проезде моста, так как неровности могут стать причиной неудачного приземления. Они нас сегодня не устраивают, только победа. Отличный результат, и вы его заслужили.
Единственный положительный момент, вы по крайней мере финишировали. Вы уже на третьем уровне. Неплохо. Лянча Стратос – настоящий раллийный монстр. Двигатель у этой машины очень мощный и выдает огромный крутящий момент. Однако, она не очень хороша на гравии. С другой стороны, на асфальте она вполне конкурентоспособна. Я сделаю все, что смогу. Лучше победы.
подумать только, победа в чемпионате. Поздравляю, все было сделано на высшем уровне.